Здравствуйте, интернет-магазин СККС. Сегодня мы показываем телефон, новый маленький телефон КК2. Еще раз говорю, что мы показываем, не делаем обзор на него, а просто показываем, что собой представляет Airphone КК2. Как видим, комплектацию данного телефона у нас входит обязательно ухо, которое одевается сзади. Ее можно снять, можно носить, можно не носить. Вот есть легендарная модель КК1, которая сейчас очень популярна. И вот теперь его продолжение, модель КК2. Один или тот же это производитель AEX, сказать сложно. Скорее всего, могут быть и разные производители. Но более всего, что это один и тот же производитель, либо AEX, либо AECU. Сбоку вставляется сим-карта. Ее вставить не так просто. Нужно будет воспользоваться инструментом. И самое частое в этих моделях и проблемное, это установить сим-карту. Как ее ставить? Ну, если нету инструкции никакой, но чаще всего она есть внутри, но у нас люди, как обычно, они не любят читать инструкции, а начинают тренироваться, делать это самостоятельно. Ну, в данном случае только указан, как посмотреть имей. Кстати, в инструкции указано, как модифицировать имей. Редко такое бывает. С помощью определенной комбинации клавиш вы просто можете установить такой имей, какой хотите, какой вам нравится. Редко где это в моделях вообще возможно. Также короткая инструкция на английском языке, как все подключать. Но как вставлять сим-карту, инструкции нет. Когда вот такой инструкции нет, обычно здесь вот рисуют маленький-маленький значок, который показывает, как вставлять сим-карту. По размеру визуально я вижу, что это нано-сим-карта. И она нарисована, здесь, конечно, на камере не видно, но она нарисована именно вот так, обрезанным уголком. Вот именно вот так смотрим. Здесь есть рисуночек и вставляем. Также можно понять даже по логике, что для установки контактов должно быть контакты не на железную часть механизма, а на пластмассовую часть. Вставляем и защелкиваем. Вот оно закрылось, защелкнулось. И можно тогда включать телефон. Телефон, естественно, имеет классическое меню. Я не думаю, что здесь что-то новое в этой модели появилось. Вибра, естественно, отсутствует. Русский язык есть. Телефонная книга у нас открылась сразу, потому что здесь вставлена сим-карта, там всякие номера. Но я хочу еще посмотреть, сколько у нас номеров в телефонной книге. Как частые вопросы, статус памяти. 200, очень много, редко такое бывает. На симке показывает можно 250, а в телефон вписать аж 500. Ну да, для такого телефона 500 это хорошо. Давайте посмотрим еще по меню. Есть сообщения, есть мультимедиа. Из мультимедиа только аудиоплеер. Зачем он здесь, не понимаю. Ну, скорее всего, управление аудиоплеером другого устройства, так как здесь есть возможность подключения на ваш основной смартфон. Есть вот подтверждение, функция Bluetooth Dialer. Из организатора есть волшебный голос, который можно менять голос. Это не значит, что он меняется, он просто видоизменяется. Это слышно, помните, это слышно, с кем вы разговариваете. Но вас, в принципе, не узнают. Так, будильник. Будильник раз, два, два всего лишь будильника. Больше ничего такого нет. Вот такая модель. Я сейчас ставил здесь сим-карту, которая уже просрочена. Пишет недействительный номер, но он ее видит. Это уже говорит о том, что все в порядке. Данная модель может использоваться как с ухом, так и без уха. Размер ее небольшой. То есть классический размер. Если же сравнивать, то он где-то по размеру телефона BM50. Да, еще один частый вопрос. Как разблокировать телефон? Очень часто неправильно указывают на русском языке способ разблокировки. Обычно это левая кнопка, здесь пишет решетка. В данном случае та же ситуация, видите? Нажмите решетку. На самом деле, для разблокировки таких телефонов нужно нажимать левую кнопку и кнопку включения. Вот я сейчас заблокировал. Нажимаем левую кнопку и кнопку включения, а не решетку. Многие мучаются. В модели, кстати, КК1 та же история. То есть понятно, что у КК2 будет то же самое. Опять подтверждение, что это тот же производитель. Как отключить, кстати, эту функцию, если она вам не нужна? В принципе, блокировка здесь может и не понадобиться, так как кнопки не являются легко нажимаемые. Они достаточно тугие. В установках вторые настройки.
автоматическая блокировка стоит на 15 секунд. Ставим отключить, и после этого больше автоматической блокировки нет. Спасибо за то, что посмотрели не обзор, а просто посмотрели на этот телефон. А обзоры, пожалуйста, могут делать уже покупатели.